Более 80 участников выступили в Щелковском культурном комплексе на открытом районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», который ежегодно проходит в начале декабря. В этом году он приурочен к столетию ВЛКСМ. Конкурс включает в себя несколько номинаций. Первая «Я помню, я горжусь» – это песня советских композиторов о Великой Отечественной войне. Вторая «С чего начинается Родина» – это песня о родном крае, любимом городе. И, наконец, третья «Не расстанусь с комсомолом» – песня о ВЛКСМ. В конкурсе могли принять участие солисты, вокалисты, вокальные ансамбли и хоровые коллективы с разных городов и районов Московской области. Конкурсанты подразделялись по возрастным группам. Самые юные – 10-13 лет, самые старшие – от 26 и далее. Сегодня мы пришли на конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» с авторской песней. Как ты думаешь, для чего вообще такие конкурсы устраиваются? Ну, мне кажется, для того, чтобы все не забывали о наших героях и чтобы показать то, что не только наше поколение тоже помнит о наших героях. Жюри конкурса, в которое вошли специалисты в области культуры и искусства, оценивало такие параметры, как вокальное мастерство исполнителей, артистизм, оригинальность и индивидуальность исполнения. Все конкурсанты награждаются дипломами за участие, а победители ждут поощрительные призы. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».